Здравствуйте, дорогие друзья! Приветствую вас! В данном видеоуроке мы поговорим на тему, как с Kiwi перевести на ВТБ банк. Итак, с мониторингом обменников BestChange. Ссылочку на данную страницу я оставлю под этим видео в описании, поэтому можете перейти, собственно, и произвести обмен. Итак, слева колоночка, то, что мы отдаем, справа колоночка, то, что получаем. Значит, слева вот, ну, я уже выбрал, Kiwi выбираем, а справа ищем наш ВТБ банк. Вот нашел, ВТБ-24. Вот, справа мы видим, перед нами появляются обменники различные. Те, которые вот мы видим повыше, они более выгодные. Те, которые пониже, менее выгодные. Вот, мы видим. Вот, ну тогда нам лучше, конечно, выбрать первый обменник, так как он на сегодняшний день самый выгодный. Собственно, выбираем его. Вот, переходим на данный обменник. И здесь уже, собственно, переходим к самому обмену. Мы видим, сразу у нас выбралось все. То есть здесь мы вводим сумму, которая нас интересует. Ну, допустим, там давайте, ну, 1000 рублей, да, допустим, захотим мы перевести. Получим 946 рублей на банк ВТБ. Кошелек для оплаты здесь вводите, то есть свой Kiwi кошелек, ваш email, номер счета ВТБ. То есть фамилия, имя, отчество. И уныкэ. Ну, я думаю, вы знаете, что это такое. Итак, согласны с правилами обмена. И, собственно, нажимаете «Начать обмен». Вот. Ну и, собственно, вот так вот обмениваются деньги. Все легко и просто. Это просто, как бы, почему пользоваться хорошо мониторингом обменников BestChange. Потому что здесь всегда самые лучшие курсы валют. То есть здесь всегда все самое лучшее. Вот. Можно также вводить не только на ВТБ банк, можно на любые другие банки вводить в России абсолютно куда угодно с данным мониторингом. Поэтому, ну, собственно, советую. Ссылочка под этим видео, повторю. Всего доброго!